Якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Нарешті наживо переміщаємося в Грузію. З нами на зв'язку грузинська журналістка Джені Квантеліані. Джені, утро добре. Ми приходимо на русский. Добре, вам так быстрее і понятні. С днем независимости вас. И очень рады за вас и любим вашу страну безумно. Расскажите, как будете праздновать вы лично, потому что что для вас этот праздник, да? И как будет праздновать вся страна сейчас в этих условиях? Доброе утро, Гамарджоба из солнечной Грузии вам. Приезжайте, пожалуйста, у нас сезон начинается море. Мы сегодня празднуем День независимости уже больше 100 лет. И это очень-очень важный день для нас в Грузии. Сегодня я не праздную, потому что я в ковид-гостинице, у меня ковид. И... хочу, чтобы очень скоро я был так, как и раньше, и сомневаюсь, что скоро буду в городе гуляться и праздновать. Джени, держитесь, пожалуйста, здоровья вам. А расскажите, что это за гостиница? То есть вы специально изолировались где-то, да? Да. Ага. Это гостиница, где принимают ковид-пациентов, и здесь есть медикаменты тоже, и врач, и все. Джени, ну смотрите, грузины, мы все знаем, очень любят гулять, широко умеют гулять, праздновать, да. Чтобы душа развернулась. А сейчас такие условия, что, ну, скажем честно, сложно это сделать. А какие празднования будут? Это будут больше домашние посиделки? Или все-таки на улицах городов будут какие-то гуляния? Да, на городе есть большие, но есть маленькие такие концерты, флешмобы тоже есть. А в столице Тбилиси это будет очень такая большая сцена там будет, и выступать другие там певцы и так далее. Но в Батуми этого не будет, к сожалению, на этот год. А ездить между регионами можно легко сейчас? Ограничений нет? Нету, никаких ограничений нету. Понятно. Уже. А вы можете коротко рассказать о том, какие сейчас приблизительно цены, допустим, на те же отели, на те же хостелы, на те же питания? Потому что Грузия восстанавливается немножко после пандемии, и, наконец-то, туристы могут спокойно въезжать в страну. Вот расскажите приблизительно, что сейчас происходит. После вот этого локдауна уже цены низкие у нас. И приблизительно на хостел может взять человек за 7 или 10 долларов в день. А отель может за 20-25 долларов. А квартиру можно снять за 15 долларов, 10 долларов. Очень низкие цены у нас сейчас. Слушайте, рестораны тоже открыты. Ну, это понятно, это, конечно, куда же без грузинской еды, это была бы не Грузия уже. А экскурсии есть какие-то? Можете сейчас посоветовать что-то? Или с этим сейчас плохо? Да, есть. Есть, все есть, да? По городу есть, да. Джени, мы вам желаем здоровья, мы желаем процветания вам и вашей стране, очень ее любим и всегда... Огромное спасибо, ждем вас! Спасибо любим вам огромное. Вас. Спасибо. И всегда с теплотой о вас думаем. День независимости Бежайте. Грузии. Джені Квантеліані з нами на прямому зв'язку з ковідного готелю, як вона сама сказала. Це цікаве таке ноу-хау нашої доби. До речі, так. Коли можна там перечекати, ізолюватися і перетримати оцю хворобу, дай Бог, щоб без ускладнень, і далі вже йти в люди. Привіт, мої любі! Я Неля Шовкопляс, і я дякую вам за перегляд цього відео. Для того, щоб стати ще ближчими, я запрошую вас кожного ранку в прямому ефірі «Сніданку з 1+1» брати участь в нашому вайбер-опитуванні. Нам важлива ваша думка, і побачимось в прямих ефірах.